На прошлой неделе в Славянской межпоселенческой центральной библиотеке прошли чтения для создания живой книги. В честь 80-летия со дня рождения знаменитого кубанского писателя Виктора Лихоносова славянские студенты читали на камеру знаменитое произведение автора «Наш маленький Париж». Все изменилось. Раньше, в мирное время, Екатеринодару случалось принимать высоких вельможных гостей. Дважды взирали жители на царских особ. Наезжали сюда наместники Кавказа, министры, князья, генералы. Проект «История и слово. Память и грусть» реализуется Министерством культуры Краснодарского края и Краевой юношеской библиотекой имени Ивана Варавы. Это первая подобная масштабная акция, приурочена к юбилею кубанского писателя Виктора Лихоносова. С 31 марта по 15 апреля во всех районах края школьники, студенты и просто жители читают его роман «Наш маленький Париж». Славянский район не стал исключением. Мы выбрали по разным учебным заведениям представителей молодежи, добившиеся каких-то успехов, вот, и каждому из них выделили отрывок, и вот они читают. И начиная с 18 апреля все эти отрывки будут выложены в сети. Ну, соответственно, вся книга «Наш маленький Париж» разделена на отрывки между муниципальными образованиями края. Ну вот и у нас тоже есть свой отрывок, который смогут весь край, ну и вся Россия, в общем-то, посмотреть в сети в свое время. График выкладок будет позже на сайте юношеской библиотеки выложен. Среди участников акции была и заслуженный работник культуры Кубани Валентина Замрий. Меня выручил фельдшер. Госпиталь – большое длинное помещение, бывшая школа. Между раненых и больных ходит хромой фельдшер. Казаки лежат на соломе. Сыро, холодно, все стонут. Ого, думаю, вот это госпиталь. Тут здоровый заболеет или замерзнет. В крае для проведения акции задействованы более 60 библиотек, около 500 человек. Это молодые люди, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве. Каждому достался небольшой отрывок произведения. Чтецов записывали на видео. С 18 апреля ролики будут появляться на известном интернет-портале YouTube. За 2 месяца эти видеопазлы сложатся в живую книгу. Тина Копычевская, Игорь Ванчугов, программа «События».